Мы приехали в квартиру, тут так пусто. И эхо! Сегодня в ней будут убираться так необычно. Грязно. Вот эту доску еще надо забрать. Это у нас осталось тут чуть-чуть коробочек. Мои рутинки. И все. Кухонька моя любимая. Вот мне кажется, я вот так вот стоя и глядя вот сюда вот провела большую часть времени в этой квартире. Вот. Прикольно, да, когда пусто? И места сразу столько. Может, кстати, вот этот шкаф передвинем? Давай. Мы купаемся первый раз в нашей гигантской ванной. Вика показывает всем, что нельзя показывать. Короче, у нас прикольная пена. А ее, знаешь, как надо в ладошку и скатать ее в комочек. Я тебе сейчас помогу. И, кстати, наша ванна. Тут, конечно, немножечко все разбросано. Но ничего, скоро мы исправимся. Вот мы сегодня в Икее были. Я была в состоянии купить только вот это. И вообще я так устала ужасно. Завтра вам расскажу вообще, что со мной было. Сегодня даже рассказывать не могу. Вот у нас сушка и вот здесь стиралка, отдельный блок. Все очень удобно. Высоченные потолки, есть все куда складывать. Я прям сделаю все вкусно-привкусно, красиво-прекрасиво. Ну-ка, где медвежонок? Кто там? О, а где медведь-то? Давай хоть уши ему сделаем. Я это уже сделала. На тебе половинки чуть-чуть. Сейчас голову слепим, просто голову. И ушки, ушки вот такие, раз. Чтобы заняли. А нет, это мое. Вот. Моя. Мама, с ним даже играть можно в игру. Поймать шарик. Мама придумала что, поставила камеру на штатив, и детям интересно сразу. Ой! Короче, у нас сейчас комната детская. Больше, чем квартира, ну, примерно, как квартира, в которой мы жили все вместе. И даже в первую ночь, когда мы туда приехали, ой, сюда приехали, мы закрылись в этой комнате, включили музыку, ну, танцевали, там, смотрели на ночной город, на центр, это туда ведь на центр. Юбочку тогда. Вот. И смеялись, потому что нам, в принципе, можно было просто квартиру повыше, чуть-чуть побольше, и нам, в принципе, хватило, потому что мы привыкли находиться в одном и том же месте. Называется «Мало у нас игрушек». И я решила заказать... Нет, в трусах нельзя. Ой, не надо, не надо пальчиком. И я решила заказать... сплюшки. На самом деле... Соплюшки. На самом деле, у меня сейчас задача номер один. Приучать Вику ко сну всю ночь, ко сну без груди и ко сну у себя в кровати. Это вообще просто капец. И поэтому я купила игрушку вроде как для сна. Я надеюсь, что это облегчит нам процесс. Вероятность этого невысокая. И самое главное... И самое главное, я же не могу теперь купить одну, это же не объяснить, поэтому купила две, смотрите какие. У Вики там свой личный дом организовался. А вот она, Даш, ну иди сюда, ты же так больше всех хотела. Вика, смотри, что приехала. Что у нас тут в пакете? Ой-ой-ой. Вау. Вау! Почему все Вики? Это на... Мне две кошечки. Почему две? Одну тебе? Что это, Вика? Спи... Что зайчик делает? Что он делает? Мне чулочевое. Хорошо. И котики. Викин котик и Дашин котик. Ух ты! Как он говорит? Как котик говорит? Мау. Мау.
целоваться хочет с Викой котик. Ой, молодец. Мяу. А это Дашин котик. У Вики и у Даши одинаковые, да? Мяу. На самом деле котики не случайно, потому что Даша любит котиков, и мы определяли заранее, какая-то будет игрушка, а вот этот зайчик с плюшка. Ну, знаете, как детки любят что-нибудь в руках теребонькать, и Вика тоже любит. И вот я надеюсь, что вот это... На, обними зайчика, он бай-бай хочет. Будешь его спать укладывать? На. Вот смотрите, у него такие прикольные ручки. Привет, Вика! Я буду с тобой спать в своей кроватке. Не обменяла. Обнимать тебя буду и спать. Меня. Ну классно. Они такие милые. Вот опять же к вопросу о покупках, о финансах и обо всем таком. Конечно, это не необходимость, но я точно знаю, что я закрою вопрос всяких мягких игрушек, вот именно которые спят в кровати, и буду приучать. Ну, и плюс он такой милый. Это же невозможно. И вот, кстати, видите стену сзади меня и вот стену зайчика и стену котиков. Мы будем делать, стараться сделать оформление комнаты в стиле шеби-шик, называемый такой, по крайней мере, в этих цветах. Вика мне будет помогать. Мы получили новую игру от Вики. Она называется «Однажды в темном лесу». Сейчас мы будем в нее играть. Вика, не сшиди только. Вика, пошли, смотри, Вика. Это что-то типа пазла. Ну, Вика, сегодня королева будет этого влога. Вот карабуська. Читаем, что написано. Нам нужно собирать истории и слайдов. Игра для всей семьи. Сложи карточки, пазлы и сочини свою историю с привидениями. 20 двусторонних карточек пазла с необычными иллюстрациями. Собирается бесконечное множество историй. Просто соберите пазлы в любом порядке и начинайте фантазировать. Мы играем в такую игру в машине, когда нужно придумывать. Клади. Привидений на самом деле было несколько. Было папа привидение. Мама привидение. Привидение кошка и привидение мальчик. Им было очень весело всем вместе. А потом заглянула за угол и увидела того странного человека, за которым гнались привидения. Теперь он направил свою волшебную палочку прямо на мальчика-привидения. О боже, что сейчас случится? Все сели в тележку и поехали. Конец. Вот он наш милейший сплюшек. И у меня, конечно, было мало надежд на то, что зайдет хорошо он, но на самом деле я его с Викой познакомила, они поговорили, и она всю ночь его обнимала. Вот просто. И когда мы пришли сюда, в нашу родительскую спальню, это Вика его сюда притащила, смотрите, какая милота. Он, конечно, мягкий, его приятно трогать, и она прям тискала вот эту ручку, он такой упругий здесь. Делали мы на заказ, то есть можно выбрать из того, какие игрушки бывают. Инстаграм оставлю. Если хотите себе такие штучки, то заказывайте. Ну, я, конечно, понимаю, что я, наверное, одна из немногих, у кого ребенок вот так вот взял и сразу прям обнял и лег спать. Хотя, может, и это работает. Пишите в комментариях, как у вас.